Всем привет, наша любимая игра Клондайк. Ну что ж, наш ледяной капкан скоро захлопнется. Мы прошли этот остров, прошли его быстро, ну не очень, но старались. Нам подарили подарки за участие 10 изумрудов. И за то, что мы прошли остров за 2 часа с хвостиком, нам дали вот такой вот участник марафона. Ну давайте вместе посмотрим, что же там внутри. Для этого мы снимаем это видео. Открываем. Я думала, это крафты. А это подарок. Такой красивый, глазастенький. Да, кстати, не забываем, завтра нас ждет новое обновление, новый временный остров, так что готовимся, запасаемся энергетиками и в путь. Между прочим, подарок таки-таки хороший. Интересно, этот котик, это просто декор? Сейчас посмотрим. Он сейчас должен быть в другом, на последней странице. Я, конечно, потихонечку запасаюсь энергетиками, готовлюсь, я жду завтрашнее обновление. Я надеюсь, вы его тоже ждете. Да, это просто почетная награда участника марафона. У нас таких разных уже несколько. Вот будет еще и котик. Мы его тут поставим. Пусть стоит глазастенький и улыбается. На этом все. Видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч.